По душе. Так кирпич кладет Вадим. На стройке дворников 8 лет и чаще всего строил жилые дома. Высотки на энтузиастов и Попова – его работа. Сейчас он кладет конкурсную перегородку и, к слову, уже не впервой. В том году было сложнее. Думаете, ускоритесь, выйдете за время 3 часа, сделайте быстрее? Ну, будем стараться. Главное – качество. Строймастер – конкурс всероссийского масштаба. Сегодня краевой этап, следом Сибирь и страна. Москва – точка притяжения лучших, и наши там уже были. В 2018 году – первое место, в 2019 – второе. Наши строительные организации выходят на рынок Новосибирска, Сочи, Санкт-Петербурга. Если у нас будет еще выше потенциал кадров, мы можем вообще как бы занимать нишу более обширную. Есть два вида кирпича – белый и красный. Важно соблюсти толщину шва между ними, выдержать вертикаль торцов и горизонтальность кладки. На работу всего 3 часа. Рабочее место каменщика – это все, что за стеной. Значит, если они сюда либо раствор, либо кирпичи, значит, выдвигают, то ну, уже свое рабочее место организовали неправильно. Вот это мы уже оцениваем. Наш герой тоже уже нарушил. Ваш герой с кирпичом уже. Соревнуются и монтажники каркасно-обшивных конструкций. В их запасе также несколько часов, а в задании немало нюансов. Поэтому если ты тихоходный, как тут говорят, еще ничего не значит. Я считаю, что здесь тоже надо крепить. Ну, я считаю, что это лишнее отверстие в шве. Нет. А как мы определим, если мы зашьем вообще, а крепеж мы увидим, что у него есть дополнительный стоечный профиль? Мы это увидим сейчас. Гипсокартон здесь, если можно сказать, последней модели. КНАУФ «Сапфир» – это листы повышенной плотности, твердости и влагостойкости. Спор жюри разрешился, команда смогла прийти к общему основанию. Пора выбирать лучшего. Наш герой не смог выиграть путевку в Красноярск. Туда в июне на сибирский этап отправятся каменщик Владимир Юрков и монтажник Вячеслав Филиппов. Жюри говорят, у них есть шанс забрать и федеральное, и всероссийское золото. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.